Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу по вашей просьбе предложить вам вот такую немножко необычную микромушку, которая будет связана из доступных материалов, которые имеются у нас. Если их нет, то можно будет потом заменить. В качестве тела и хвостовых придатков я буду использовать вот такого цвета перо фазана. Его можно найти в наборах, которые продаются в интернет-магазинах. Если нет, то можно хвостик и все остальное заменить на несколько другой цвет. Я оторвал 3 бородочки пера и буквально вымеряем длину нашего хвостика. Он должен составлять примерно длину нашего с вами тела, всего нимфы. Притяжной петлей пока подхватим и посмотрим, какая его будет величина. Вот столько нам будет достаточно. Теперь переламываем аккуратненько. И теперь движемся в сторону загиба, так, чтобы не повредить наш хвостик. Буквально до начала загиба. Нить желательно использовать самую тонкую, какая только вам позволит. Вот так будет достаточно. Здесь же с вами закрепим в качестве сегментирования. Это вот я возьму такой, как обычно, я уже показывал, елочное украшение. Можно использовать леску, проволоку, все, что у вас будет под руками. Все это крепим до загиба. Стараемся не нарушить геометрию нашей нимфы. И теперь нам необходимо нанести буквально капельку клея и подровнять наше тело ниткой. Мы с вами подровняли тело, учитывая то, что это крючок номер 18, поэтому придется очень аккуратно помогать пальцами. Что будет вам не видно, вы потом сможете в процессе общения у меня спросить. Я наношу немножко клея, буквально до места, где у меня находится нитка. Это 2-3 мм, не доходя до нашего шарика. И давайте аккуратненько, виточек к виточку, сформируем наше тело. Теперь нам остается выбрать определенный угол, под которым мы с вами будем идти в обратном направлении намотки нашего пера, для того, чтобы и закрепить. Ну, правда, у нас и так на клею, и в то же время придать симпатичности нашей мушке. Закрепим теперь наш с вами люрикс, остатки удаляем. Как я уже и говорил, мушка достаточно простая и в то же время очень уловистая в любое время года. В данном варианте она изготавливается для зимней рыбалки, но ее спокойно можно брать по весне и продолжать рыбачить. Берем теперь небольшое перышко павлина. Обычно многие подрезают. Я обычно, как вы уже спрашивали, почему я не подрезаю. Я беру вот так вот, и сколько у меня отрывается, столько у меня и отрывается. А остальная часть пера, значит, не должна уже оторваться, ее будет вполне достаточно. Выбрать перышко желательно, чтобы уже настолько было обширно симпатичное, чтобы самое-самое лучшее, насколько это было бы возможно. Оставляем здесь. И теперь нам необходимо подобрать бородочки пера для того, чтобы мы сейчас закрепили с вами лапки. Я взял приблизительно по щепоточке вот такого обыкновенного пера, но с достаточно хорошими качественными бородками из китайского скальпа. У меня вышла вот, я даже не разделял, вот такая щепоточка моих перышек. Теперь нам необходимо приблизительно поделить с вами на две равные части
и их закрепить. Даже если по каким-либо причинам, ну, не будет у вас получаться, это не столь проблематично. В одну сторону и в другую сторону. Теперь нам необходимо с вами взять наше перышко и начинать уже обмотку, вот считайте, чуть ли не с середины нашего тела, делать хорошую, пышную грудь. Доходим до нашего шарика, и теперь я увожу вот так все бородки назад. Как они у меня уводятся, так и уводите, потом будете пером поправлять. И буквально перед шариком мы сделали первый оборот, и у нас сразу все наши лапки красиво развелись во все одинаково равные стороны. Выполним еще один оборот. И окончательно их уже здесь закрепим. Вот так. И теперь доводим до начала и отрежем остатки. Закрепили с вами все материалы. Как вы видите, наши лапки хорошо, нормально находятся по своим местам. И величина соизмерима с нашей микромушкой. Вот и все. Пробуйте, экспериментируйте с материалами. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч!